перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Когда будешь дома? Ну, я не знаю, где я сидит, но скоро буду. Недалеко осталось. А чё? Чё у тебя с глазами? Они у меня карие. Давай, я, короче, спать. Нет, давай ты меня дождёшься, мы с тобой. Давай. От бронхита выпьем и спать ляжешь. Я это пить не буду, Паш. Ну давай, ладно, хорошо. Давай. Ну что ты, пиздонич? Братан, вот пока ты там вот хуйней занимаешься всякой, смотри, что я делаю. Сейчас, стой, покажу тебе, короче, пару упражнений для развития грудных мышц, щитовидных, предплечья и трицепса. Братан. Сейчас, секунду, подход сделаю только один и поговорим. Это сейчас. Уже не нужно никому. Я быстро, секунду, один подход. Ладно? Я даю хоть 30. Сейчас, секундочку. Подходим. У меня вон. Давай на 8 раз все подтяжелее. Встал даже, смотри. Хотя вру, не, у меня он так всегда такой полу, короче, полунапряженный. Сейчас, секунду. А покажи его на камеру. Смотри. Я еще бы мог 10 сделать, но просто чтобы долго ты не ждал. Сколько видишь, там видишь, какая? Груз какой висел? Ну, 85 здесь, братан. А, ну ты как бы со своим самый работал. Самый главный груз, братан, он вот здесь, ты же знаешь. Не, братан, самый главный груз, знаешь где? Вот здесь. То это тоже хороший груз. Я бы это вареный это называется вареный кукуруз. На пару подходов бы заехал, кстати, сейчас к тебе. Но мне нужно тоже, короче, за курткой съездить и с дамой увидеть. Дел не в проворот, как говорится. Братан, сам понимаешь, мы творческие личности. Ну, кстати, мне сегодня привезли, пацаны, смотри. О, старые ядра. Старые ядра, да. Я, короче, сигареты все не курю. Я на ядра опять, короче. Наяривать буду сегодня. Блядь, старина, ты что не... Ты реально думаешь, что это снимает сигарет? Ну, снимает немного, да. Да это вранье. А, кстати, мне Гладман не сделал нижнюю челюсть. А мне он сейчас приезжал домой, у меня прямо верхнюю и нижнюю. У меня сейчас новые грилзы будут. Он, кстати, на вписке тоже с нами будет сниматься, приедет вот с пацанами, короче. Вот. Ты давай там особо не увлекайся, занимайся. Не, я только спортом, братан. Только спортом.
либо спортом. На следующей неделе клип. На следующей неделе клип. Слушай. Клип? Слушай, любимая. Мажу два сцена, я сильно обсажен. Что скажет твой бог на все это? Худи крови, крови кеды. А спорим, что мой альбом будет? В эти гранулах я. Они мертвы, но в ответ. Они сейчас будут в стене. Ты слышишь, что в этом стене. Я в белом гриме, не в ремне. Там пацаны пишут шляпа. Вот такие дела будут. Русский трил, братан, настоящий. Это. Да кому он нужен? Вот вопрос. Найди клиента. Я для Америки делаю одежду, братан. Я же в Америку мигрирую через 3 года с филиалами вместе. У нас там пацаны в Нью-Йорке. Я мигрирую в Америку через 3 минуты. Мне... Ты, главное, держи связь, ёпта. Не, братан, связь будем держать. На неделе у нас 2 встречи с тобой. Вот, ты помнишь там, по каким делам. Я знаю, по каким делам. Ну, там, на вписка, съемка. Потом с Лизером встретиться нам нужно будет. Ну, вот с рэпером. Только это все за день. За день. Не-не, вписка другой день. Это там, Лизер, короче, он 13-го может. 13 числа встреча с Лизером. Это через 2 дня. А уже к выходным съемка вписки. Это в субботу или воскресенье. А куда? Где встреча с ним будет? С Лизером? Ну, наверное, в этом, в Лизардии у него там, где он живет. В Лизардии? Ну, типа это, у него там страна Лизардия такая. Он же кто по национальности? Он же Лизард вроде бы? Или как? Я не понял просто, что это. Не сам еще. Ты себя нормально чувствуешь? Ну, я подход сделал вроде бы, да. Но он говорит, в Лизардию подъезжайте. Я думал, типа это, ты знаешь, что это такое? Я хуй знает. Я флешу только так знаю, и то мельком. Не, я их видел, они на Вилял на концерт приходили. Лизардия, я просто не знаю, это может новый район какой-то присоединили к Москве. Я что-то пока просто не понял. Типа, знаешь, типа Зеленоград там, вон, Подольск там, или Видное там. Я... Скажи может, ему, новый знаешь район... кого? Знаешь, что скажи ему? Пусть Трилпилов возьмет. Трилпилов возьмем, я думаю, а что, как его, можно? Я думаю, всех возьмем там, и Велел подтянется. Фараон, нет, чисто такую сделаем, туда. Такую подъедет, семейное кого? Фото, как говорится. Обязательно, вот за вас, пацаны. Лизардия. Конечно, это все хорошо, но... Жизнь, она такова. Угу. Успокоительно пить надо. Жиром запиваешь, медленнее будет работать. Братан, вот у меня травяной чай. От всех бед написано, видишь? А что ты мне не подогнал? Я такое люблю. Ну давай принесу тебе чай. У тебя просто свой там какой-то этот, как кадеиновый чай. Там. Да как ты пизду, что ты несешь, блядь? У меня был этот габа-чай для мозгов. Ну чтобы это, знаешь, ноотропы, активность мозга поднимают. Ну, хорошая тема. Не, ну главное как бы это. Главное бодибилдингом заниматься. Главное, керлингом заниматься. Ну да, этим тоже можно. Вчера «Динамо» сыграло в ничью с Краснодаром. Да ладно. Ну, как обычно, блядь. Расстроился? Ну, ты видишь по мне, блядь. Я рад, что ли? Да нет. Ну вот. И Пуя тоже не рад. А Пуя не рад, жестко. Пуля. Кама Пуля не рад. Камапуля сказал Эшкере и убежал. Сейчас бицепс, короче, покачаю, надо в душ идти. Вот. А ты что, куда? У тебя большие остановки между этими. Организм уже по-другому работать начинает. Да это... Это у нас интенсивная тренировка. Акклиматизация пока что проходит.
А, нет. Не, пизда то, что у тебя есть эта хуйня. Мне такая тоже бы не помешала, но я... Не, нормально, надо... я хочешь это, можно со скидкой сделать, там, через пацанов, там, 1000 за 10, да, она... поставишь там. Не влезет нигде. Братан, короче, мне звонят. Да, бро, давай на связи, мне там тоже... Давай, будем на связи, не теряйся, да, бро, не давай. Пропадай. Давай, обнял. Hillbilly Gang, Hillbilly Gang, Hillbilly Gang. Fuck the cash 60.